Рыба-кит, папа рисует. Привет всем. Привет, друзья. С вами Дима. Дима и Ваня, и мы на канале Рыба-кит рисуем. Давай, у нас есть все для фломастера. Да, фломастера. Тебе, чтобы удобно было, помещаешься? Да. Все, чтобы я тоже влез надо. Давай, сегодня мы рисуем Дэдпула. Да. А, во-первых, еще у нас же это Супер Дима называется. Да. Передача Супер Дима называется. Супер-пупер Дима рисует супергероев. Почему Супер Дима? Потому что супергероев рисует. Да. Давай рисуем. А еще, может быть, будем рисовать суперзлодеев. Супергерои и суперзлодеи — это даже одно и то же. Одна фигня, да? Да. Ну давай, че, как ты? Вот Дэдпул. Пока Дима ко мне приходил, а я думаю, что же рисовать? Обычно мы ищем там картинки, с чего срисовывать, знаете. И я такой думаю, а нарисовываем-ка мы Дэдпула? Потому что кино вроде бы как. Новое. Да, и все такие, вау, рекламы много и все такое. И из-за этого, а Дима пришел, что рисовать? Он говорит, Дэдпула будем рисовать, все хотят Дэдпула рисовать. Так что рисуем Дэдпул. А почему он такой крутой пацан, Дэдпул? Или как он переводится? Ты... А я не знаю, как он переводится. Ты же спец, я хотел рекламировать тебя как спец, знающий о все вот этих, о супергероях. Многое не знают, но многое знают. Дима знает все про этих, про Мстителей. Да. Мстители вообще такая, ребята. Ну давай про Дэдпула. Я, например, про Дэдпула я видел комиксы. Нет, только рекламу. Только рекламу вообще. А я, например, в игру играл Дэдпул. Есть такая игра Дэдпул. И она, кстати, тебе, дам, Дим, кстати, ты можешь в нее поиграть, в смысле. Но она не такая жестокая, хотя нет, там жесткость немного, но ну, там довольно веселая она такая, тоже как Дэдпул, там себя ведет как полная, не знаю, как бы сказать, ничтожество, что ли. И в жизни он такой, как бы, в герое. Ты про него что-нибудь вообще знаешь, про Дэдпул? Нет. Вообще ничего? Ну, я тоже, знаешь, мы такие рисуем, такие, типа, спецы, а сами ничего не знаем. Давай я расскажу. Я играл в игру, и там интересно было в игре то, что он там все, ну, шутит смешно там. Ну, да. Про девушек, про голые тела, все такое. Костюм у него смешной. Его там убивали, там накалывали, он всегда смешно шутит. Он, короче, какой-то веселый пацан. Я только по рекламе. И все, что у него было, у него такое смешное. Он такой сидит дома, у него там в холодильнике ничего нету, знаете, что-то такое. Ну такой парень такой, как будто какой-то абсос какой-то сидит дома, такой, ничего у него нету там, а потом говорит, как бы я такой супергерой, как бы про меня сняли бы игру или сделали раз, и сделали игру. Он такой звонит, пожалуйста, сделайте про меня игру, что-то такое было. Ну, конечно, и начали делать. Он говорит, а можно мне сценарий почитать? Не читал сценарий даже. В общем, там прикольно было тем, что он как бы, ну, как будто он в реальной жизни живет, и про него еще и сценарий снимают. Ну, как бы, понимаешь? Что он настоящий чувак. Такой, все остальные не настоящие чуваки. А он такой настоящий. Порыв, как бы, не знаю, как это сказать. Ну, короче, про Дэдпула, что скажу, он, даже рекламу ты видел? Да. Я видел рекламу, он там себе попу чешет. Да, а вот. Нет, я это не видел. Не видел? Он чешет попу, в смысле реклама в журнале, у меня есть там игромания, даже еще в каком-то журнале я видел. Он там сидит, попу себе чешет. Такой стоит супергерой, весь такой с ножами там, и такой раз попой так встал и чешет попа, она ему чешется под костюмом. Вот это, мне кажется, весь Дэдпул в этом, как бы он чешет попу, там что угодно делает, там попадает всякие всячины. Он, короче, наемный убийца. Он? Да. Да фиг, ну не знаю. Ну он вроде как не очень злой. Не, ну он не злой, но он сумасшедший. Ну, там половину супергероев сумасшедшие, мне кажется. Ну, он прикольный, и в этом прикольстве сумасшедший, да. И он бессмертный. Как все супергерои, ты хочешь? Нет. Он бессмертнее, чем остальные супергерои. Нет, супергерои бывают и... Смертные? Да. Ну, а хоть один супергерой умер? Нет. Значит, они все бессмертные. Я не могу найти черного. Черного, кстати, да, у нас остатки тут. О, музыка.
Ну вот коричневым, может, о, синим, вот, да, хорошо. Маленький кусочек черного остался. Ну что, черный больше всего требуется рисованием. Ты если раскрашивать, можно чуть-чуть вот сюда поправить, чтобы видно было ребятам, как ты раскрашиваешь. Черный у нас заканчивается, действительно. Я знаю то, что у него был рак. Рак? С ног до головы. Когда он еще не был татуирован. Потом. Потом. Ну это я просто смотрел видео, как. Ну, как про него рассказывали. Ролик. Да, смотрел, другие, да, люди. Ну, в принципе, мы соболезнуем, мы не хотим, чтобы кто-то болел, и мы не против Дэдпула, но он веселый парень, нам этим нравится. Кино мы не видели, обсуждать кино мы не сможем, потому что не можно было обсудить кино, не видели. 18+. Ну, потому что он там шутит, я тебе скажу, у него все шуточки очень нехорошие. Всякие там про сиськи, письки и все такое. Так что мы не будем его обсуждать. Но он кумир молодежи. Да. Кумир молодежи. И у него лицо в каких-то ранах, потому что, ну, он, ну, я слышал то, что он пошел в бар, там ему предложили, ну, вылечить его. Да-да-да. И он согласился. Но и это было называли оружие X. Это как люди X, только это оружие X. Там создавали людей и ставили ставки, кто из них выживет. Вот он выжил из них. И, и только у него лицо стало очень, ну, некрасивым таким. Облежьем всяких ранах, как будто ему делали там уколы всякие. Так и в жизни он так и ходит, да? Из-за этого он всегда в маске. Да. Ну, удобно, надел маску, ходит. Не, наверное, неудобно в маске ходить, наверное, всегда. Кто еще у нас ходил в маске всегда? Человек-паук, но не всегда. Не, он снимает. Человек-паук снимает. Но я знаю, что Дарт Вейдер из «Звездных войн» всегда ходил в маске. Иногда снимал ее на корабле. Да, у него на корабле у него была искусственная почка, там что такое. Что-то такое веселое было. Костюмчик у него классный, мне кажется. Да. Он такой веселенький, простой. Далеко, да, я картинки, рисунки свои поставил. У него немного похож на Человека-паука костюм. Только у него другой. У него он красно-черный, а у Человека-паука красно-синий. Которого ты сейчас рисуешь. Ну, я сейчас черненьким подкрашу. У меня просто черный кончился, и совсем мало осталось, да. Я его так экономлю, можно сказать. Экономлю. А то еще долго рисовать. Мы решили сегодня забуриться и много-много нарисовать. А черного маленький кусочек осталось. Поэтому надо что-то рисовать без черного. Ну, будем белым. Белым на белом. А можно фломастерами зарисовать? Ну, можно. Где можно будет рисовать, будем фломастерами, где можно там, добавлять. Я еще не закончил, а ты уже закончил. Нет, я еще буду рисовать совершенно, я не спешу и что-нибудь расскажу вам еще про Дэдпула. В игру, которую я играл, она мне понравилась. Ну, она мне понравилась, чем понравилась? Потому что там все по-взрослому. В игре? Ну, да, я так думаю. Ну, нет, там как раз все по-детски. Там она тебе понравилась, точно? Мне она и понравилась тем, что там все... Ну там весело, там беспонтово, как бы особо там интересности. Ну так все, как бы. Мне она понравилась тем, что там, ну, весело. Хотя там, ну как, ничего сложного, там какие-то супер мини-игры есть, такие простые совсем. Мне еще нужен черный. Бери. Ничего такого сложного нету, и ты играешь, как бы, не, даже если ты в Денди не играл, но там что-то похоже на Денди были какие-то уровни, и такое все простое. Ну такие детские игры, короче. И ничего такого особенного, страшного я не увидел там. Наоборот, шуточки были довольно веселые. Вот. Ну, я давно уже играл, конечно. А сейчас я играю в другие игры. Какие? В какие? Ну, я играю в какие эти. Я в Assassin's Creed играю. Я еще не забыл про Хохолок. У него просто... Хохолок тут, еще? Тут не видно, потому что у него сзади свисает. У него был Хохолок. Да, да, в комиксах, да. Я комиксы посмотрел про него. Он там всегда попадает в какие-то непередряги. Ну, какую-то суть особенную я про него не понял. Но прикол, почему он такой прикольный в комиксах. Или почему его все так любят в Америке и в России. Даже в Россию Дэдпул приезжал, кажется. Да.
Это тот актер, который играет. Ну да, я об этом имел в виду, что он приезжал, маму наводил. И он говорил то, что он очень любит Россию. Наверное, все актеры, когда приезжают, они говорят, что любят Россию, чтобы их не побили. Да. Русские медведи, которые катаются на велосипедах. А они боятся в Америке, думают, что у нас здесь ходят белые медведи. Белые тоже, и бурые, и всякие потому ходят. Потому что у нас холоднее, чем у них там наоборот жарко. Да, в Америке жарко. Ну, не везде, наверное, на севере Америки холодно, а так... Да. Вот такой у меня тут дуб получился. Вот такой, немножко... Такой толстяк, ну у тебя такой. Он объелся пончиком. Дэдпул его любит покушать. Девушек любит покушать, любит. Давай посмотрим, чтобы ребятам все поместилось. Как поместится сейчас? Да. Ну так. Ну что, передадим привет, скажем? Что скажешь? То, что подпишись на канал Рыбакит. Ну и на Димин канал тоже, да. Я ссылку дам. И, в общем, рисуйте побольше всяких супергероев. Мы любим супергероев, хотя надо побольше нам узнать про Дэдпула какого-нибудь. Потому что мы можем рисовать, но что-то не знать про супергероев. А в следующий раз мы нарисуем, кого нарисуем? Капитана Америка. Капитана Америка, да, я вот одел эту кепку и будем рисовать Капитана Америка. У меня американская кепка. Пока! Пока! Рыбакит папа рисует. Подпишись на канал и рисуй вместе со мной.